Пока температура на улице уходит в минуса, на приморских боевых коврах настоящая жара. Краевые соревнования по кудо открывают новый сезон. Ежегодные отборочные старты в этом году собрали более 200 участников. Конкуренция сложнейшая, особенно среди перспективной молодежи. Вот на этих соревнованиях очень много у нас юношей, вот младших возрастной категории, там 2006-2007 год. То есть по 20 с лишним человек участников. И чтобы пробиться в финал, необходимо некоторым выиграть по 5 боев. То есть это очень довольно много. Всего же в рамках краевого турнира прошло порядка 160 боев. На чемпионате и первенстве своих бойцов представили практически все основные города Приморья. Владивосток, как хозяин соревнований, порадовал самым большим количеством кудаистов из 10 местных клубов. Опыт у спортсменов немаленький, особенно у старших ребят, которые сейчас готовятся к важным выездным состязаниям. Эти соревнования для того, чтобы здесь провести пару боев, также отобраться на Дальний Восток, а там уже поехать на чемпионат России. Также планируется провести, будет Кубок мира. Вот, хочу попасть на Кубок мира. Мне всего лишь 21 год, и я считаю, несмотря на какие-то уже заслуги, для меня этого мало. Я хочу расти, работать в этом направлении, добиваться еще больших результатов, реализовываться, потому что цели есть в любом случае. И можно еще много чего выиграть, и для меня вот как раз такая цель. Это чемпионат России, чемпионат мира. Я буду работать, чтобы завоевать первое место. К слову, самые мастеровитые бойцы нередко становятся наставниками молодых кудаистов. Свои главные достижения они уже получили и теперь готовы помогать в тренировках, в судействе и даже в организации подобных соревнований. Вы можете видеть, что произошла смена поколений, и те чемпионы и призеры чемпионатов мира и России, которые выступали по кудо, на сегодняшний день они судьи, представители команд и тренера. То есть очень много молодых и способных парней появилось, и сейчас они на татами, вы можете видеть их сегодня. По итогам соревнований большую часть основных наград разделили между собой Владивосток, Уссурийск и Партизанск. Из числа призеров вскоре будет сформирована сборная края. Сильнейшие спортсмены получат право представлять регион на дальневосточном турнире уже в декабре. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.